Красили, сверлили, шпаклевали, строили Софу, завершает подготовку к арктическому форуму. Масштабную реконструкцию своими глазами увидел мой коллега Андрей Мирошников. Чтобы привести в порядок аудитории, лестницы, залы корпусов, у университета было 3 месяца. За это время строили и выставочный павильон, и другие объекты. Работали круглосуточно. Объем большой, пришлось потрудиться много, ну, стараемся выполнить. Мы очень дружный коллектив. И мы плотникам помогаем, и плотники нам помогают. Одно из новых зданий, которое построили специально к арктическому форуму, центр коллективного пользования №2. В нем разместится пресс-центр и зона питания для журналистов. Здание полторы тысячи квадратных метров, 2 этажа. После завершения форума будет использоваться как лабораторный корпус. Наша работа все закончена. То есть здесь помещение передано Росконгрессу, они уже насыщают своим оборудованием, своими сетями. Всего фонду «Росконгресс», оператору арктического форума, СОФУ передаст помещение общей площадью 46 тысяч квадратных метров. Бюджет, если все это объединить, порядка 400 миллионов. Студентов сейчас активно привлекаем, особенно на общежитие. Они у нас на выставочном павильоне сейчас работают на общежитие. После форума объекты будут использовать для обучения студентов СОФУ. Следующий форум запланирован на 2019 год. Университет вновь построит новые здания. Андрей Мирошников, Вестник Северодвинска.